Крейсер «Аврора». О, класс. Ой. У меня как раз попа висит и отдыхает. Да. А нам позвонил Миша Кокляев, поэтому пропал звук. Но ничего, Мишка как раз нас тоже смотрел. Он приехал сегодня в Санкт-Петербург, вечером обязательно встретимся с Мишей, с Русланом Мальцевым, нашим тоже хорошим другом. И чего-нибудь, может быть, такое интересное заснимем, короткое. Так, привет из Москвы. Так, тебе убрали импланты из груди. Из груди убрали, из попы нет. Так, чего не четко так? Не знаю. Солнышко такое яркое. Нет, отдыхал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что тебе дать? Надо протереть камеру. Протереть камеру? Да, протри камеру. Протерла камеру. О. Вот так, наверное, получше. Посмотри, вот стол, отличная попа. О, видишь, уже успели твою попу на Инстаграме посмотреть. У меня шикарнейшая попа, да. Зачем Мася себе финиши ставит? Тоже в Инстаграме она все рассказала. Взяла себе, сама и поставила. Да. Страшно было делать операцию, спрашивают тебя? Не-а. Не страшно. А почему не страшно? А потому что ты рядышком. Правильный ответ. Угадал, Аврора. Я в Питере, пошли сниматься. Но мы сейчас у Авроры, а вечером пишите. Мы где-то будем с Михаилом Кокляевым. Мы, соответственно, скажем, куда подъехать тем, кто хочет сфотографироваться, пообщаться. Мася делала ринопластику? Нет, Маська никогда не делала. Нет. Мы хотели сделать чуть-чуть, да, изменить. Да, я очень хочу нос еще вот тут кончик поменять. Но это невозможно практически, потому что на сегодняшний день иначе полетит вся геометрия носика. Вот так. ВК тебе написать? Нет, лучше пишите, наверное, в директ. Хотя вон и ВК. Так, Ляев, будете себе ставить импланты? Не знаю. Мы узнаем сегодня у Мишани. У Маси не было ринопластики. У Маси была глютенопластика. И делали попу. Не, а фингал я заработала, потому что я писала и уснула, и упала. Миша разрешит сфоткаться? Это вы спросите у Миши, а я разрешу. Как ваши знакомые относятся к нашей внешности? Нашей внешности? Я вообще, он вся в синяках, у меня вообще все... Вон, смотрите, видите, я вся... По-моему, мы шикарная парочка. Мы, да. Посмотри, мы с тобой одинаковые. И я с таким фингалом. Так. Поправляйтесь. Вечером парень нам напишет, хорошо. Пара бы отличная, сколько вам лет? Маське 16, мне 18, собственно, вот так вот. Смотри-ка, у нас вроде там заходит солнышко, и можно посмотреть. Вот так. Да, на Аврору. Так. Результат операции, ребят, есть на Инстаграме. Не просто результат, а видео, снятое персоналом с операционной. Там, соответственно, Масина попа в полной красе. Да, и обязательно покажем, что было до, после. Да, это мы сделали так. Больше, чтобы вы опять у нас поболтали по этому поводу, а потом у нас будет уже результат сделанный, как было до, после. Есть видео сделаемые, фоторолики, есть фотоотчет в строго зафиксированных позах, чтобы было видно, как все изменилось. Так. В туалет теперь только стоя. Да. Да. Изображение и качество не айс. Ну, что поделать? Есть такая хрень. Хотя он нам показал 4G. Я вообще балдею. Кто придумал это? 4G, 3G? Я не знаю. 3G, ты знаешь что? Это такая точка есть. То есть связь должна быть как минимум... А я тебе хочу сказать, да, что там рыбки плавают. Рыбки плавают? Рыбы, только я не знаю, какие там, наверное, мутанты какие-то. Почему мутанты? Ну, а кто здесь выживет? Ну, мы же выживаем, и они выживают. Так, Саш, приезжайте в Новосибирск. Если судьба забросит, мы, конечно, приедем. Ну, а так нам делать, наверное, нечего. Для человека не опасен наркоз. Наркозов бывает целую кучу видов, и с каждым годом он совершенствуется. Так что, я думаю, нормально. В точке G связь должна быть максимальной. И это я с вами согласен. Так, чего не видно? Меня не видно? Не шевелитесь. Не шевелитесь? Да, то есть я шевелюсь, у них видно все в квадратиках. Ага. Убрать тату с глаз. Да, господин, сейчас бегу срочно убирать тату с глаз. Из Луганска. Привет вам тоже. А правда, что при общем наркозе страдает иммунитет?
Я думаю, да, организм но находится в стрессе. Но как он падает, так и поднимается со временем. Вопрос, что вы для этого делаете? Витаминчики, тренировки, хорошее питание, и все будет хорошо. Так, брови новые будешь набивать? Так точно. Так, показать Масю. Мася. 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 Мне сейчас стыдно, потому что я вся в синяках и некрасивая. Чуть тебе стыдно? Ну, потому что я вся в синяках. Ты самая красивая, самая любимая. Даже в синяках? А все хейтеры говнюки. Ну ладно. Так, Александр, как правильно тренировался, что-то я не успел прочитать. Так, покажи маникюр. Why? Так, не видно синяки, только видно пиксели. В синяках зато все настоящее. Приветики, мой хороший, Мася, как у тебя глазик? Фиолетовый. Это Вика нам пишет. А, откуда столько хейтеров набежало? Они все время откуда-то набегают. Это же как это, как мухи. Почему Мася в синяках? Потому что случайно поставила... Сама себе фингал. Да. А зачем Масе подгузники? Она нормально справляется. Я помогаю. Как тренить железом без вреда организму, Александра? Нифига вы вопрос задали. Это целая книжка, причем такая, энциклопедическая. Маленькие зарисовки есть на Ютубе, а все остальное это больше для личного разговора. Собственно так. Ну что, мы с Масенькой потихонечку будем двигаться, да, Мася? Да, потому что я опять хочу писать. Главное, чтобы она в этот раз опять не упала и не поставила фингал на второй глаз. Саша, зачем Масе делали операцию? Покажи на меня. Чтобы у меня была попка красивая. А на каком сейчас набережной спрашивают? Блин, мы с тобой петербуржцы такие... Короче, Петровского форта. Петровская, наверное. В майке сижу. Почему в майке? Мы вообще на улице. Снова здравствуйте, с вами город Ейск. Здравствуйте, город Ейск. Надо попу качать, а не вставлять туда силикон. Скидывайте мне свою накачанную попу в директ в инстаграме, и мы посмотрим, какая она у вас стала лет через 10. А она уже хорошая сегодня. Все, мальчики, девочки, всем пока, всем хорошего настроения, сегодня солнышко. А мы идем на перевязку. Потом домой, в ресторанчик, будем вечером с Мишкой Кокляевым, будет связь, выйдем в перископ, а нет, все подписывайтесь в инстаграм, теперь вся наша личная жизнь перешла туда, да? Да, пока. Все, пока. Сколько минут? Нашим не глазик.